Всем привет, давайте сегодня попробуем пройти игру Horror Tale. Стартуем. Режим также возьмем легкий. Рискнем. Август 99 года, Иллинойс, США. Мы просыпаемся в сарайке. Похоже, мы это часто делали. Увидели на двери сарайки записку от мамы. Очень странно, да, что мама пишет записки прямо на дверях. Том, пожалуйста, собери яйца и отвези Гарри. Мы с его мамой присоединимся к поисковому отряду. Билли и Эмма так и не нашлись. Дом обработали термитов. Переночуйте в вашем штабе. Будьте осторожны и не гуляйте допоздна. Да уж, мам, достойна премии «Родитель года». Кстати, сейчас нам наберет Гарри по рации. Давайте обойдем это место. Получится? Ну-ка. Ах ты, нет. Мы зону пересекли. Так, корова гуляет. Привет, ты где? Встречаемся в нашем штабе, как обычно? Ворота закрыты сейчас почему-то. А когда яйца соберу, так они будут открыты. Сейчас соберем яйца. Тройка есть. Принял, встретимся в штабе, отбой. Еще тройка есть, уже шестерка яиц. И вот еще четыре. В сумме десятка. Так, ну если я ценю... Спасибо, что наценили игру. Теперь нужно отвезти их Гарри. Контейнер с яйцами. Гарри ждет, мне нужно отвезти ему яйца. Сегодня будем уже более внимательны. И исследуем полностью все. Кстати, интересно, сделано ворота на колесике. Такого вообще никогда не встречал. Отправляемся неважно куда. Нас все равно поймают. Давайте в домик на дереве. Выбора нет. Нас ведь все равно поймает похититель детей. Пропускаем. Колесо. Проснулись тоже в сарайке, но не на своей локации. Надо выбираться. И здесь мы замечаем, что на полочке стоит в домике в сарайке Гренни стоит банка с гвоздями. Поэтому как будто выбираемся из одного из хлевов мистера Мита, где мы кирпичную кладку выбивали. Достал молоток. С помощью него мы с вами попадаем на чердак. Бежим по движущейся лестнице. Откинули гвозди. Нужен ли нам молоток дальше? Так, хорошо. По крайней мере, бросает не под себя. Черт возьми, где тебя носит? Я уже час тебя жду. Тише, я тебе кое-что расскажу. Встретимся в штабе, отбой. Колесо, чтобы починить велосипед. Вау, пластиковые мешки. Боюсь даже думать, зачем ему столько пластиковых мешков. Он меня уже ищет прямо. Почему бы маньяку колесо просто не выкинуть? Зачем он его спрятал на чердаке? Так, если мы толкать будем вперед, не толкается. Билли Мэллоу пропал. Колесо. Здесь что можем найти? Так, ты где? А, ладно, чинимся. Нужен ли где-то еще молоток? Этого мы не знаем. Так, уже за нами выдвинулись. Давайте смотреть внимательно. Бочка. Так, ты бежишь или нет? Не бежит. Меня лестница зацепила. Я хотел здесь пробраться. Заяц. Не услышал. Давайте еще что-нибудь посетим на данной локации. Какой-то лаз есть. Он закрыт. Дверь закрыта. Так, молоток. Кстати, может быть, молотком можно сбить замочек-то? Старый ржавый замок. Может быть, я смогу его чем-то сломать? Может, и сможешь.
Хорошо, поехали на другую локацию. Заодно с собой возьмем молоток. И уезжаем в домик на дереве. Прибыли к Гарри. Смотрите, молоток действительно в сеточке. Здесь мы с вами можем найти нож, если респауны не поменяли. Лошадка ходит с седлом. То есть это не дикая лошадь. Мы находимся на ферме. Ничего, вот камера бы не слетала, игра была бы идеальной. Итак, пока что можно поставить 4,5 звезды. Что здесь? Есть бочка, ну-ка в нее. Йоу, это, скорее всего, не было задумано. Еле протиснулся, аж страшно. Что? А, я думаю, ящики сами задвинулись, но нет. Да, точно, ножик здесь же. Респаун один, и это хорошо. Получится искать предметы на тех же местах. Лезем в домик на дереве. Так, что там за мишень? Бочка. Записка. И в домик. Какую превьюшку сегодня будем делать? С дев-парком. Том, наконец-то. Гарри, ты не поверишь, я увидел. Это можно пропустить? Точно можно. Данную сцену можете посмотреть либо сами в игре, либо у меня в первом видео по данной игре. Что за щит? Записка. Бинокль, батарейка, веревка, гвозди, консервные банки, молоток. Консервная банка с гвоздями. Это, видимо, сразу все. И гвозди, консервная банка. Что можно увидеть уже отсюда? Принеси мне все, что нужно. О, парк смерти, обожаю эту игру. Хорошо, прыгаем. Нет, он не прыгает, а просто слезает. Но даже может это делать спиной. Веревка нам должна пригодиться совершенно на другой локации. Сюда мы не попадем тоже, да ведь? Дверь закрыта. А почему ты в окно-то пролезть не можешь? Я не понимаю. Ах ты. Там засов. А как мы попадаем-то в окно? Может присесть? Странно. Все тогда. Едем пока на другую локацию. У нас есть и молоток, и ножик. Пропала Саманта Стоун. Саманта Камень. Лесопилка, ферма, школа. Отправляемся в школу. Школа Лейкевича. Элементарная школа. Ни людей, ни уроков. Всегда бы так. Вот и лом. Монтировка. Но на каждой локации будет бродить маньяк. Так, мы с вами монтировку где применяли? На замке. Давайте тогда сразу съездим и применим. Потом уже вернемся обратно. Возвращаемся в логово. Так, ну-ка пропускать. Сразу можно пропустить, ничего себе. И даже сейчас можно пропускать. Мгновенно. Смотрите, лом применяем против замка. И уберем обратно пока что. Надеюсь, там не будет хэдкрабов. Видимо, хэдкрабы — это намек на Half-Life. Помните, там краба запрыгивали прямо на голову. Здесь погуляем. Так, зачем я присел? Но в предыдущем видео я попался в лабиринте маньяку. Надо быть осторожным. Здесь разве что могут быть символы. Вот видите, не зря же бочка стоит. Ах ты, ты уже здесь? Так, единственное, что я выбраться, скорее всего, не смогу. А, и вышел. Ой, оббегаем. Смотрите, как можно идти. А что мы можем с вами сделать с цепочкой и клеткой? Она перемещается куда-то. Ох ты, йоу.
Раскачивать можно? Ничего себе. Кирпич. А может быть мы ее раскачаем вот в эту сторону? В сторону дерева? Чтобы сбить? Ничего себе, вот это класс. Так, ну-ка. Кирпич не зря здесь лежал. Не, ничего. Да где там? Клетку раскачивать? И что? Ну нет, ничего не дает. Нам просто показана возможность. Кирпич забираем на всякий случай. Будем защищаться. Еще есть мини-локация с пещерой. Как взаимодействовать с данными символами? Еще коса. Так, рука, смотрите. Что-то можно брать. А можно ли увозить с собой кирпич? Мне это не нужно. Забрасываем и уезжаем. Давайте опять в школу. Нам еще нужно будет рыбу ловить. Для того, чтобы отогнать кота. И внимательно давайте побегаем по школе. Первое видео по игре было не очень подробным. Ах ты, вот где еще паренек. Десятка. Юбилейную фигурку уже нашли. Сама игра идет идеально. Так, лестница. Ах ты. Смотрите, есть лестница. Я думал, вот эта лестница, а это оказалась планка. Как нам тебя толкнуть? И зачем это делать? Так, кстати, что с лестницей? Выглядит ненадежно, нужно как-то опустить ее. Подождите, а если я ее подтяну? Монтировка, это реально? Ведь монтировка, она у нас не зря называется кроубар. Это получается вороний батончик. Что-то типа того. Ну-ка. Ах ты, а можешь в нее кинуть камень? Но ведь точно не молотком и не ножом. Нам нужно кинуть в нее либо камень, либо кирпич. А, подождите, может быть мячик? Да, можно мячик. А давайте попробуем не мячиком, а кирпичом. Вдруг мячики специально придуманы для того, чтобы бросать в лестницу, а мы с вами обхитрим игру, к примеру. Так, нас здесь могут закрыть. Еще столик. С чем? Ни с чем. Сломанный мост. Бревно с символами. Пока непонятно, зачем они нужны. Еще стол. Вот на этой локации должны быть кирпичи. Так, и мы никуда не пойдем, да, он скажет? А, еще лестница? Пожарная лестница, еще одна. Да неужто задумано именно баскетбольным мячом? Лишь только. А если я другие предметы нахожу? Здесь, видимо, нет кирпичей. Их заменили баскетбольными мячами. Целая корзина. Сначала, конечно, гол забьем. Есть. Одно очко забили. Позвали ли мы маньяка тем самым или нет? Так, ладно, убегаем в другую сторону. Скинем самую первую лестницу, которую заметили. Еще мячик был. Так, и газета. Доска объявлений без объявлений. Пробуем. Есть, получилось. Мячик забираем. Он пока что наша защита. Отлично залезает. А, вот и планка. Зачем только ее бросать? Мост из досок. Толкнули. На автобус. А, здесь. Упс, надеюсь. Веревка с флагами. Так, а давайте теперь другую лестницу уроним. Что это даст? Похоже, я веревку с флагами срезаю и получаю веревку. Так, ну-ка, здесь можно запустить? Вот так. Почти можно. Песочница огромная. Как будто это ляльки. Заброс.
Ладно, все, теперь без мячика. За золотым мальчиком идем. Нельзя. А его тоже сбивать, что ли? Идем за золотой фигуркой. Куда отскочил мячик? Нашел. Фигурка свалится? Как сваля? Есть, свалил. С первого броска в игре. Вот это да. 11-е самое ценное. Ходим пока что с мячиком для самообороны. Это, наверное, первый раз, когда будет мяч баскетбольный использован в качестве оружия. Иди ко мне, вот иди ко мне, молодец. На. Все. И просто идем за ножом. Главное, нам нож не нужен. А вот мячик помогает. Ножик. Давайте срезать. Веревка с флагами. Так, веревка есть. Еще веревка, ничего себе. Так, ножик на всякий случай забираем пока что. Либо каждый предмет разово применяется. А, корзина полна. Тогда молоток выкладываем в школе. Веревку давайте уже вести в домик на дереве. Нам еще нужно будет достать канистру и где-то ее заправить. Так, веревка. Ах, ты уже уснул. Подождите. Кровь? Гарри, Гарри, что с тобой? Смотрите. О, кажется, я уснул. Да еще и весь измазался. Не волнуйся, это просто кетчуп. Смотрите, он гамбургер ел и уснул. То есть он нам гамбургер показывает, в котором уже кетчупа нет. Отлично, одним предметом меньше. Бинокль, батарейка, гвозди, консервные банки, молоток. Подождите, так нам молоток-то нужен был. Я его выбросил. Надо было нож не нести. А, вот ты где. Снова направляемся в школу за молотком. Ах ты, это я шумлю. Заяц, уходи. Садимся. А, йоу, заметил. А может быть успеем? Пробуем. Где школа? И, к примеру, маньяк подходит прям в сцене. И может поймать, может не поймать. Молоток же был. Это, возможно, подтверждение теории, что предметы два раза не пригождаются. Домик на дереве. Да неужто? То есть, если у меня молоток заберут, значит, он уже не нужен. Убежали, считайте, при маньяке. Как ты нас снова напугаешь? Отлично, один предмет меньше, ура. Долго ты еще будешь терять время? Йоу! Чуть к нему не спустился. Сейчас поедем искать канистру. Скорее всего, она находилась на ферме. Так, ну все. Идем прямо за маньяком, потому что не страшно. Йоу, а здесь как обойти-то его? Обошел чудом. Попробуем на ферму попасть. И меня просто не поймали. Пропускаем. Наконец-то вернулись домой. Где же канистра была? Так, не то. Канистра. Внимательно смотрим. Возможно, я ошибаюсь. При следующих прохождениях будет легче ориентироваться. Маньяк, смотрите, сливается вообще. У него песочные штаны и футболка цвета ангара. Идеальная маскировка. Так, кто где вообще? Ничего подобного. Ой, он где-то сзади. Чья-то другая локация. Йоу. Круговое движение.
Да иди ты уже. Что я обошел? Видели, там был глаз. Случайно просто. Это был тупик. А, вот канистры нашли. И она с бензином, причем. И где нам может канистра пригодиться? Что заправлять-то? Кладем. И сматываемся быстрее куда-нибудь. Давайте в лесопилку. Фантастика, пока смотались. Едем на новую на сегодня локацию. Это у нас лесопилка. Собака здесь? Как из метели? Хорошо, что все ограждено забором. Так, вижу кролика. Теперь ищем предметы здесь. Кстати, у нас на данной локации код, который нас не пропускает. Так, эти ворота могут закрыться неожиданно. Лучше походим с кирпичами. Целые лабиринты. Ах ты, котенок-то здесь же. Ну-ка, а если на забор? Свалились, как свали. Точно, котенок здесь. И я буду живодером, получается, если брошу кирпич, как в предыдущем видео. Ой, это опасно. Здесь падать было нельзя. Потому что могут двери захлопнуться. Но мы это место обойти никак не сможем. Нам нужно ловить рыбу. А, вот и удочка, смотрите, прикол. Просто боковым зрением. Давайте тогда наверху оставим кирпич. Есть же функция выбросить, а не бросить. Спиннинг. Рыбачить безопаснее было бы с бревен, если бы нам разрешили это делать. Или с пристани. Ах ты, нет. Нам нужно подойти, получается, к месту, где можно рыбачить. Допустим, здесь. Или на специальной локации. Повезли удочку вместо чего-либо. Вместо лома, допустим. Так, а где мой велик? Еще дверь. Что здесь? Медный ключ. Ничего себе. Кстати, хорошо, тогда поприменяем. Закрыто, не то. Медный ключ. Еще символы. И можем залезать выше. Впервые вижу эту локацию. Ах ты. Слабое место. Прием, прием. Ну как там идут дела? Гарри, ты как всегда выходишь на связь в самый подходящий момент. Простите, что потревожил, ваше высочество. Да ладно, не обижайся, я тут немного занят, но скоро вернусь к тебе. Окей, жду тебя, отбой. Слабое место нашли, кстати. Медный ключ. Так, ну ключом, конечно, бросаться бессмысленно. Сейчас ключ тогда спасаем. Бросаем прямо рядом к удочке. И будем искать кирпичи. Видели эффект пыли? Все, кирпичики рядом. А, йоу, нам еще с вами лесопилку запускать. Как будто заколочено, видели? Я не туда зашел. А, вот ход. Слабое место, бросаем. Вот уже сильное место. На всякий случай кирпич забираем. Ах, вот как, генератор. Где бы достать бензин? Есть. Давайте здесь оставим. Насколько это было шумно. Если очень, то вернусь за кирпичом и огрею его. А у нас канистра где? Мы канистру с собой возим или нет? Смотрим за кроликом. Куда пойдет? А, ладно.
Заметил-таки. Ищем свой велосипед. Вот еще какой-то ход есть. Йоу, статуэтка. 12 из 20. Еще 8 штук. А, вот велик, все вижу. Нужна обязательно доска объявлений. Нам с вами здесь нужна лишь только канистра. Тоже залезать умеешь? Хорошо, молодец. А прыгать? Все кролики отлично прыгают. Да, канистра у нас была. Как предусмотрительно. И где спустишься? Здесь же? Так, нет, здесь мы не пойдем. Обходим. И просто на смелости идем заправляться. Если видел, то, конечно, вернется за нами. Гена. Генератор запущен. Дверь закрыта. Может быть, медный ключ? Так, бревна. Вот теперь возвращаемся с кирпичом. Еще ни разу не попались. Как такое возможно? А, это лошадь ходит. Йоу. Направляемся в обход. Надеюсь, есть еще место. Это тупик некий. Тоже тупик. Нет, ход только один. Вот здесь. Да йоу, дэн дэ йоу. На. Это что за дверь? Чтобы оклематься, он тратит очень мало времени. Здесь тоже не залезем. Да еще кирпичи. Давайте здесь его тогда огреем. По пути, иди ко мне. И я пойду на лесопилку. Все. Развернешься? Не разворачивается, молодец. Не знает, где я. А мы уже на лесопилке. И ходим также с кирпичом тогда. Отвертка нужна, чтобы что-то выкручивать. Генератор запущен. Так. Ах, вот как. Понятно. Здесь и нужен медный ключ. Отвертку давайте заберем в велик. Ищем доску объявлений. Томми, главное. Через верх. Отвертку пока что в корзину. Или хотя бы рядом. Нам нужен медный ключ. Ну как вам такой прикол? За медным ключом. Так, пройти здесь можно? Скорее всего, да. К двери. Применился быстро за кирпичом. Вот камера бы не дурила. На. Пока не знаю, можно ли туда идти. Вот в чем прикол-то. Пока не знаю. Нам нужно маньяка отсюда вывести. Там, потому что, возможно, тупик. Где-то здесь его устраним. На. Все. Теперь знать не будет, где мы. Нам нужно будет запустить ленточную пилу. Так, пили, мы что? Все просто отъехало в сторону. А можно так спрыгивать? Можно, можно, можно. Как ты меня поймаешь здесь? Вот еще дверь. Открыто, есть, есть. Новая локация. Ножницы по металлу. Он на локации школы говорил, мне бы не помешали какие-то супер ножницы. Обходной путь нашли.
Ящички классно толкаются. Нам нужно на школу, точно. Ну-ка, есть место? Нету. Нож выкидываем. А, ты даже не заметил, где я? Ладно. Ножницы по металлу. И пока что в школу. Мы там заметили железную изгородь, которую наш главный герой хотел разрезать. Я надеюсь, это была школа. Взяли все. Ищем металлическое ограждение, которое можно будет разрезать. Наверх школы идти нельзя. Вот эти ворота. Что здесь? С такими навыками я мог бы стать отличным грабителем. Он сейчас вернется. Сматываемся. У нас теперь есть железные банки. Нам еще нужны гвозди, которые находятся на локации логова. Непонятно, как их доставать. Кстати, где мы пульт находили? На какой локации, я уже забыл. Отвертка, корзина велосипеда. Лом, давайте тогда ставим. Что очень странно. И едем на лесопилку за удочкой. Нам нужно будет рыбачить. Ножик валяется. Кстати, неплохо. Бросайте всегда предметы недалеко. Если что, их же возьмете. Так, банки. Все, за удочкой. Так, где мы с вами могли рыбачить? На ферме? В домике на дереве, может быть? Проверяем. Скорее всего, здесь. Спиннинг. Кстати, домик на дереве. Очень хорошо, мы сами здесь же и отдадим банки. Нам нужна пристань. Есть, нашли. Садимся рыбачить. Рыбу поймали. Есть. Рыбу мы дадим котенку на локации какой? Школа? Надо все запоминать. Ну, рыба, конечно, неестественная. Как будто просто игрушку поймали. Смотрите-ка. Синяя чешуя. Вот такую бы ребенок нарисовал. Маньяк шел на месте. Хитрец. Рыбу отвозим коту. А пока что Гарри будем выдавать банки. Консервные банки. Тоже занесем ему. Вдруг нам еще одна ячейка корзины пригодится. Том, хватит лениться. Принеси мне то, что нужно. Гвозди, батарейка, бинокль еще. Ну где-то мы это с вами все равно найдем. Да иди ты уже быстрее. Сейчас главное к коту попасть. Скорее всего, он охранял деревянную вышку. Так, ферма. Это не ферма точно. Школа. Лесопилка. Да лесопилка, скорее всего. Кот, я думаю, охранял деревянную вышку, с которой смотрели на красоты природы через бинокль. Ищем теперь этого кота. Вон вышка, видите? Ориентируемся на нее. Обойти можно. Не заметишь ты меня? И бежим к коту. Котенок на. Не стоит подходить ближе, иначе останусь без глаз. Нужно ее как-то отвлечь. А, вот и бинокль, ура. Ну вот, типичная кошка. Все у вас за еду. Бинокль нашли, ура. Что-то еще есть? Как и предполагалось, на красоты природы мы смотрим с вышки. Вот и бинокль нашли. Осталось лишь только добыть гвозди или что? Так, маньяк.
А ты не успеешь. Направляемся к велосипеду. Сейчас Гарри отвезем еще и бинокль. Будем все выполнять крайне последовательно. Отвертка вот для чего нужна? А, чтобы батарейки выкрутить откуда-то. Домик на дереве. А, кстати, подождите, нет. Где мы пульт-то нашли? Поехали тогда пока что в домик на дереве. Отвезем хотя бы бинокль. И посмотрим, что нам осталось. Бинокль можно закидывать? Нет. Да, батарейки и гвозди. Что у тебя здесь есть? Дев Парк. Том, скорее принеси мне все предметы. Уже темнеет. На этой локации уже темнеет. Кстати, а если мы сами огреем маньяка и уедем? Давайте попробуем кирпичом зарядить прямо у велосипеда. Во, класс. Не промахнуться бы только. Быстрее. Да, лесопилка хотя бы. Нет его здесь. Ура, проверили, сцена удаляется. Так, ну я хотел, скорее всего, не на лесопилку, а в школу. Попалась под руку лесопилка первой. Да, тут вряд ли будет пульт. Хорошо, в школу. Уже более осознанное нажатие. Саманта Стоун. Тачка с мешками. Кувалда, монахини. У всего есть свой прототип. Нашел я пульт. Он находится на одной из скамеек. Именно на локации школа. Собственно, видео посмотрел. Так, ну не здесь. Там была скамейка одинарная. Ножовка не возьмется. Скорее всего, где-то на баскетбольной площадке было. Маньяк даже здесь не ходит. Вот он, пульт. И что нам его разобрать? Пульт управления. На этой локации мы с вами еще видели какие-то ворота, когда я убегал от маньяка. Что я мог за них заглянуть. Давайте это и сделаем. Возможно, там находится машинка на радиоуправлении, чтобы она подъехала к нам, к примеру. Я бежал, к чему-то прижался. И мне показали, что я могу заглянуть за забор. Но не сюда, конечно же. В мусорках рыться, скорее всего, нельзя. Но видите, мы мусорки задеваем, и они шумят. Отличная идея. Разработчики заглядывают в будущее немножко. Вот, смотрите. Решетку коснулись, звук решетки. Ну-ка, деревяшка. Не слышно. Возможно, и не на этой локации. Я заметил. Ну где же ты тогда была? Доска. Ну да, не здесь, похоже. Прикол, а где? Нож. Может ли пригодиться? Ладно, уезжаем тогда. На лесопилку. А, подождите, это ферма была. Он мне где-то прижал. Точно, мы с вами же оббегали, помните? Там был тупик и круговое движение только. Сейчас покажу. Так, неужто пульт сразу брать? Давайте рискнем. Я убегал, там было круговое движение. Это, кстати, очень страшное место. Все, молодец, очень далеко ушел. Вот это место, смотрите. Мы можем заглянуть в отверстие в заборе. Ах ты, машинка. Вот это да, мы за машину едем. А, йоу, я рулить не могу. Все, давайте джойстики врубим. Все, едем, ура, на машинке. Сейчас главное разогнаться. Но маньяк сюда почему-то не заходит, молодец. Едем направо, к примеру. Да, съехали, отлично. И должны, я думаю, подъехать четко к себе.
Но здесь будет опасность. Заехали. Давай, не падать только, а то обратно вернемся. Вау. Задумка просто шедевр. И мы к кукурузному полю подъедем. Смотрите, тут нужно аккуратно действовать. Здесь уже не на скорость играем, а на осторожность. И едем через кукурузное поле к себе. Машинка поехала, смотрите. Нам включили мини-сценку, как машина подъезжает. Пульт, может быть, даже и не нужен. Отходим. Так, а где было кукурузное поле? Вот кукурузное поле. Но мы, скорее всего, подъезжали-то дальше. И можно ли пульт разобрать? Вон машинка, вижу. Давайте пульт отнесем к велику и вернемся за машинкой. Значит, нам нож не нужен. И нож нам ничем не помогает почему-то. Хотя это отличное средство самообороны. А, здесь круговое движение есть, молодцы разработчики. Ах, вот как. Мы с вами будем скручивать из машинки батарейки. То есть нам и пульт больше не нужен. Отвертка. Батарейки будут, бинокль есть. Вот гвоздей нет, я не знаю, как их доставать. Машинка перевернулась. Супер анимация, все. Мы сами уничтожили хорошую машинку. Это больше похоже на батарею, а не на батарейку. Пульт управления уже, скорее всего, не нужен. Но как нам гвозди достать, непонятно. Поехали пока что к домику на дереве. У нас уже вообще почти что все есть. При этом мы еще ни разу не попадались. Гарри, привет. А я на записку нажал. Остались... только гвозди. А как их доставать-то? Так, ну хорошо. Может быть, нам нужен будет лом? Чем мы сами собьем гвозди? Предположительно, должны были сбить кирпичом. Но дверь была закрыта. Кирпич с собой мы не заберем. Хорошо. Отправляемся к лесопилке. Я не помню, где лом оставил. Смотрим. Здесь ничего такого нет. В школу. Лом в школе. Забираем к себе. И едем в логово. Кстати, может, та дверь монтировкой открывается? Тут же есть секретная дверь. Вот она здесь светится где-то. Нет, не светится. Лестницу нашел, прикол. Чудом. И что ты такое? Люк, мы где-то вышли. Вот как, прикол, я гвозди нашел. Жестяра какая-то. Засов скинули. Мы гвозди нашли, представляете себе? Чудом просто, я уже хотел сматываться же от маньяка. Это 5 с плюсом. Скорее всего, такого случайно не бывает. Все было закономерно. Карта. Домик на дереве. Нашел лестницу, а я же ни разу ее не видел. Уже за 2 видео нашел только под конец. Так, смотрим. И вот наши гвозди. Все теперь. Тайна скидывания замка раскрыта. Этот лабиринт нас, оказывается, к чему-то приводит. Все. Отлично, ты собрал все, что нужно. Смотри, что я придумал. С помощью бинокля нам будет проще разглядеть его ночью, и твои батарейки я вставил в фотоаппарат, чтобы сфотографировать его. Все правильно. Банки на веревке предупредят нас, если он задумает к нам залезть. А гвозди и молоток нам нужны для этого, чтобы заколотить вход. И что получится по итогу? Надеюсь, теперь мы в безопасности. Да, кажется, все отлично придумано. Давай уже ложиться, я жутко устал за день.
I'm really tired. Устал меня ждать? Шучу, я тоже очень утомился. Скорее бы настало утро, и вернулись наши родители. Ну-ка, что будет? Томми закрыл глаза. Ах ты, то есть игра продолжается? Мы просыпаемся в домике на дереве уже? Гарри, ты где? Но он, скорее всего, нас снова пугает. Дверь выломана была. Что? Он утащил Гарри? Хотя мешал лишь я. Все предметы собраны. Вот это да, настало реально утро. Наш друг Гарри пропал. Под домиком на дереве располагается та самая золотая фигурка мальчика. Давайте покатаемся. А я думал, зачем покрышка? Ради развлечения лишь только? Сейчас достанем. Достали, ура. 13-я фигурка из 20. Это, кстати, мрачный знак. Что здесь? Веревка все-таки была порвана. Маньяк прошел. Но почему он прошел сразу через две веревки? Он не мог одну порвать и залезать уже к нам. Топор. Черт, Гарри, кажется, я знаю, где тебя искать. Может быть, теперь можно залезать в этот дом? Дверь закрыта. Или как тебе доставать там, паренек? Как нам снять засов? Снять засов с помощью читов. Отправляемся, куда разрешат. Только в логово. И что же нас ждет в логове? Так, мы прибыли. Дверь открыта, с какими-то символами. Мы еще не разгадали их тайну. Дверь налево, дверь направо. Ну-ка, на второй этаж. Дверь заперта. Заперта. Мы приотворили дверь, и что там дальше? Скорее всего, будет маньяк. Ах ты, здесь все жертвы. Ну вот, таких умных друзей у меня еще не было. Отличный улов. То есть имеется в виду глупых. Вау. Смотрите, наш друг Гарри. И похититель детей заметил Томми в последний момент. Продолжение следует. Поздравляем, вы завершили первый эпизод Horror Tale. Пожалуйста, оцените игру, чтобы ускорить выход второго эпизода. С вами был Топси. Всем пока.